от канонад, от канонад. Пылала Керчь вдали, ряды солдат, ряды солдат. Каменоломни шли. Мы рады приветствовать вас сегодня в этом зале, когда собрались по печальному поводу. Ровно 70 лет назад, в этот день, 14 мая, Керченская оборонительная операция вступила в свою завершающую фазу. Тогда начались бои на Керченском обводе, которые закончились сокрушительным поражением Крымского фронта. Спустя 70 лет, 14 мая 2012 года, мы открываем череду памятных мероприятий, посвященных 70-летию. Мы собрались здесь с вами, чтобы никогда никто не забыл, как прошла война, как она прокатила по судьбам людей, и для того, чтобы память всегда была жива. Дорогие товарищи, я очень благодарен, как коренной ажимушкаец, вам, что вы приехали сюда, на священную землю ажимушкая, политой обильно кровью. Проходя мимо этого музея, я всегда вспоминаю своих друзей, товарищей. Я покинул каменоломни недобровольно, я должен здесь погибнуть был. Но я стоял на посту, комиссар Парахин, старший батальонный комиссар Парахин Павлович подошел ко мне и говорит: «Миша, я стоял на посту, Миша, ты должен покинуть эти каменоломни». Положил руку, я на него глянул вот так и думаю: «Боже мой, куда же ты меня посылаешь, я еле передвигаюсь». Руку разрежешь, палец или что-нибудь, за место крови шла чуть-чуть розовая жидкость. Поэтому он говорит: «Миша, ты должен выполнить мой последний приказ». Ну, дал наставление и говорит: «Может быть, из тысячи возможностей ты останешься живой». Ну, дорогие товарищи, я перед вами. Я убедительно вас прошу, помните. От канонад, от канонад. Пылала Керчь вдали, ряды солдат, каменоломни шли. Держись, не отступай, держись, ты не сражен, а Ажимушкай.